девочки. Сегодня на обед пожарю рыбку. Сделаю пюрешку. Покажу вам сейчас, как я рыбу жарю. Рыбу купила вчера. Пятерочки 167 рублей. И вот такая вот, люблю вот такую розовенькую, маленькую. Рыбку всю ее почистила. Половина положила в морозилку. Чтобы в следующий раз достать, сразу разморозить и можно готовить. А эту сейчас пересыпала солью. Поперчу. В мучку. Разогретое масло. Хорошо обваляю, чтобы немножечко вот так в соли постояла рыбка и перчиком. Все, девочки, перевернула. Сейчас закрою крышечкой и убавила огонь, чтобы она мягонькая была. Так, девочки, рыбка готова. Все, я ее выкладываю из сковородочки. Закрываю вот такой крышкой. У меня вот такая вот крышка специальная. Прямо вот я, когда блинчики готовлю, тоже крышкой закрываю. И прямо день-два стоят. Такая вот глубокая крышечка. Все, рыбка готова. Картошечка варится. Пюрешка варится, посолить надо. Котлетки делаю. Вкусненько уже прям пахнет. Кабачок сейчас еще. Пока. Алиса в домино с дедом играет. С утра уже. Умеешь, да? Посмотрите. Актимель пьет. Ох. Ох. И там дырочка. Я тебя пью. Дырочка как там. Как маленькую соску. О, я правда помыла. Прямо все с этим моющим средством. Она дырочку прокалывает и высасывает. Ей так нравится. Своим зубиком. С зубиком своим. Вот. Да. Как у ампира. Хо-хо-хо. Так один выпал. Не похоже, но... Покажи, как выпал. Язык убери. Я сейчас вам покажу, где дырочка. Да и так вот видно. Язык-то убери. С языком не видно. Без языка видно только. А девочки, добрый день. Еще раз. Хотели пешочка с Юлей на юбилейной сходить, нет. Зятёк говорит, я вас завезу. Давайте мне все равно в Табрис. Пришлось садиться. Юле обувь посмотреть надо. Я сумку в ремонт. Смотрите, что у меня произошло. Вот вырвалась с мясом. Вот тебе и дорогая сумка. Все, замок вылетел. Хочу отдать в ремонт, потому что к сумке привыкла. Сумка очень удобная. Вот, я к ней долго, правда, привыкала из-за вот этих замков внутри. Но удобно, что у меня здесь камера, здесь у меня очки лежат. Вот, несколько отделов. Ну что, у женщин должно быть несколько отделов. Эта сумочка для меня маленькая, через плечо. Но меняются планы, как перчатки же у нас. Все, ехали-ехали, а что думаем, поедем на юбилейный, тут рядом. Давайте в Мегу съездим. Алису увели на занятия. Лева играет, сидит. Поедем в Мегу. Леша ходил сегодня к аллергологу. Взяли анализы. Взяли. Нет, или... сегодня я у Лора был, он отправил к аллергологу завтра. Аллергологу. С результатами анализа, да. Ну, похоже, что у тебя? Похоже, аллергию. На мазь? Да. На мазь, на мастилли, на коронованную кошечку? Да. Что будем делать? Наверное, таблетки пить. Я не разрешу ее выбрасывать, ни в коем случае. Никто уже разговоры. Ну то ты сейчас не говоришь. Леша пошел в Adidas посмотреть себе шорты. Юль, ну что ты думаешь? Ну, короче, он такие разговоры ведет, что типа может ее куда-нибудь отдать, но в то же время вроде как он ее любит и таблетки пить не хочет теперь всю жизнь. И я не знаю, что делать. Я прямо сегодня плакала, но я не знаю, мам. Так я ее не хочу отдавать, это моя доченька, я ее с рождения, можно сказать, подобрала, ее столько денег вложили, вылечили ее. Нет, я ее не отдам. Что, возможно, даже разведусь, но я ее не отдам. Избавляемся от аллергических мужчин? Да нет, ну это я шучу, конечно, я не буду с Лешей разводиться, но в любом случае Мася останется с нами, пусть пьет таблетки. Кошмар какой-то, мы-то думали, что это... Может вообще быть, что-то как-то, видите, оказалась аллергия. Сижу, Юлю жду. Мерить себе комплекты.
пришли в голый повар, зайдем. Как мы мимо-то пройдем? Обязательно щечки томленые покушаем. Вкуснятинку. Девочки, ну новое меню, столько новинок всяких. То, что мы любили, нету. Например, я любила креветочки на гриле. Соус был обалденный. Вот хочу попробовать утиную грудку с грушей в вине и соусом черная смородина. Новинка. И видите, рядом стоит значочек вот такой вот. Это значит яркая подача. Вот ради яркой подачи хочу вам показать. Возьму, закажу. Котлеты из мяса краба с картофельным пюре и соусом пармезан. Тоже видите, какой значочек стоит. Юля апельсиновый фреш заказала. Я заказала чаек с жасмином зеленый. Леша минералку. А крошку Леша принесли с квасом. Это брускетта со скумбрией. Холодного копчения. Такой вот хлебушек обжаренный. И на нем скумбрия и лучок. Я что-то захотела рыбки. Самые вкусные креветки в голом поваре. Соус, которым они поливают. Вот такого соуса вкусного нигде больше нет. Что-то не очень ярко, мам. Ну, попробуем яркую подачу. Яркую подачу. Попробуем. Давай. Суховатая. Вкусно? Нормально. Новая менюшница. В общем, мы покушали на 2800. Вот как после тюльпана было все голенькое здесь. А сейчас опять все заиграло красками. Высадили цветочки. Петунию. Смотрите, как красиво. Весь Платановый бульвар. Все аккуратненько. Ну, день-то еще ведь не закончился у нас. Шла мимо, смотрю, машина стоит в Табрисе. С юбилейного зашла на базар, купила малинки. Огурчиков купила за малосолью, покажу вам. И все, пришлось еще в Табрис зайти. И все, теперь машину садимся, едем обратно. Опять встретились. Вот так целый день. Вот эта звезда занятий. Показать, как девочки рисуют. Смотрите, какая красота. Девочки, можно я поснимаю, как вы рисуете? Очень нравится мне. А это потом где-то у вас пойдет на выставку? Или на просмотр, а потом на мусорку. Что, правда, что ли? Да. Ой, я бы такую домой бы взяла. Я бы рамочку бы сделала и висела бы. У меня красотища такая. Я из окна любуюсь каждый день. На утром открываю окно и любуюсь. Еще когда колокола утром звенят. Вообще красиво, так хорошо рисуете. Вы в училище, да, учитесь? Да. Это? Молодцы. Вообще люблю вот эти все вот такие вот картины, акварельки у меня есть всякие. Знаете, с детства еще. Давайте, удачи вам, девчонки. Давайте еще цветы покажу, что у нас там с цветами. Давно не ходила, конечно, уже все цветает. Сошла в Лебурже, взяла вот пироженки, хлеб новый у ребят с вялеными помидорами. Обалденный хлебушек. Покажу вам, что из цветочков. Уже георгины. Цветут. Каждый день женщина ухаживает, все пропалывает, поливает. Красиво. Гладиолусы отцвели уже. Смотрите, красота какая. Красотища.
нарядненько, когда цветы прямо нарядно. Ой, маленькие милахи. Ой, комары. Что там руки? Строят, все строят. Второй половине дня. Хорошо. Ну все, ребята, пока-пока.